Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться по возможности с их автобиографией. Карл Вильгельм Херпфер. Немецкий художник-жанрист. Родился 30 ноября 1836 года в Динкельсбюлле. Учился в Королевской академии художеств в Мюнхене у Иоганна фон Шраудольфа, Филиппа фон Шольца, Карла фон Пилотти и Артура фон Рамберга с 8 ноября 1854 года. После учебы остался резидентом Мюнхена, так написано в переводной Википедии. С 1869 года участвовал в художественных выставках в мюнхенском Глазпаласте, а также был представлен на выставках в Любике, Дрездене и на большой художественной выставке в Берлине. Сегодня картина Карла Херпфера отдают неким штампам галантности. В картинах этого художника можно увидеть не только галантный штамп, но и живых людей. Умер 18 июня 1897 года в Мюнхене. Работы художника выставлялись на аукцион несколько раз. При этом реализованные цены варьировались от 246 до 168 тысяч долларов США в зависимости от размера и носителя произведения. Но вот так немного из переводной Википедии, все, что мне удалось найти в интернете о немецком художнике-жанристе Карл Вильгельм Херпфер. Пока-пока, смотрим картины. До свидания.